И всем привет, с вами снова я, Алекс Супер 199. Сегодня я расскажу, что делать, если вы установили текстурпак для Майнкрафта. Сейчас зайду в настройки. Вот, вы установили, а он тут просто не отображается, не работает. У нас есть только дефолтный, обычный вот этот дефолт текстурпак. Что же делать? Надо нажать на кнопочку «Папка с пакетными ресурсами». Вот, то есть, надо найти в настройки «Пакет ресурсы» и «Папка с пакетами ресурсов». Вот мы попадаем в эту папку. Здесь мы видим zip-файл. Давайте же мы его откроем. Что мы здесь видим? Видим, что у нас вместо файлов текстурпака просто две папки. У вас могут быть не две папки, у вас может быть просто одна папка. Как это исправить? Нам нужно открыть любую папку, поискать. И найти вот, чтобы в папке были вот такие вот файлы. То есть, представляете, чтобы был pack.png, пак на себе там. Могут быть еще другие файлы, но вот эти вот должны быть. Это означает, что это текстурпак. Чтобы выйти, нажать на эту стрелочку. И еще для этого мы скачаем программу WinRAR. Я скину ее ссылку в описании. Программу ее скачать, если ничего сложного нету. Вот. Что делать? Нам нужно создать на рабочем столе папку. Называем как хотим, можно вообще не называть. Открываем мы ее. И нам нужно эти файлики так, выделить и перетащить в папочку, которую мы только что создали. Вот наш файлик. В чем дело? Правой кнопкой мыши нажимаем на добавить в архив. Вот. Если такого не будет в контекстном меню, то я вам скину сюда. Давай видео, конечно, найду, как добавить WinRAR в контекстное меню. Нажимаем на добавить в архив. Здесь мы называем, как хотим, в принципе, допустим, назовем, давайте. Так же назывался архив. Файл.ру. Айнас.2. Файл.ру. 12.2. Ну, называйте, как хотите. Назовите так, чтобы было понятно. Здесь мы нажимаем кнопочку zip. Это можно закрыть. У нас получается такой архивчик. Мы нажимаем кнопкой мыши по нему и вырезать. Дальше мы заходим в папочку с ресурс-паками. Ресурс-паками. И нажимаем правой кнопкой мыши вставить. Заменить в папке назначения. Вот. Нажимаем изменить папку назначения. Все. Откроем. И у нас. И на того такие файлы. Теперь он все закрывает. Идите в арт Майнкрафт. Вот видим, наш ресурс пак появился. Если у вас не получилось, то пишите комментарии. Вот нужно нажать. И он применился. Сейчас. Подождите. Крутится. Вот, видите, уже эти кусок поменялись. Этот шейдер еще установлен. Вот понятно, я думаю, вам момент, потому что текстуры уже другие. Вот. Ну и у нас поменялись текстуры. Более. Ладно, давайте. Вот, и у нас все работает. Текстурпак успешно работает. Все хорошо. Все просто чики-бам-бани. Да. Вот это шейдеры, это у вас их не будет. Не обращайте внимания, шейдеры. Чукапикс 13 V6 слов называется. Вот, видим. У нас текстуры поменялись. Они абсолютно другие. Вот, не такие, как в Майнкрафте. У меня их не было установлено. Да, такой какой снег. Короче, это вам все. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока.